Вас святая служба информации телерадиокомпании «Гомель». У студии працуе Александр Гамоля. Глядите у гэтым выпуску. На варте национальной безопасности краины и народа. Сегодня 100 годов с дня утворения органов державной безопасности. Теперешняя выборчая кампания вызначается активностью громадян. Про это заявила старшиня Центр выборкама Лидия Ярмошина, якая приняла удел у семинары у Гомеля. Китай становится ближе. Сегодня у Гомеля открылся Институт Конфуция. Допомога у каждый дом. Сегодня у Чачерску отбылась презентация мясцовой инициативы с одноименной назвой. А зараз об гэтым и іншым подрабязна. Сегодня означается юбилейная дата 100 годов с дня утворения органов державной безопасности. С профессийным святом кіраўніцтва особовый состав ветеранов органов державной безопасности Беларуси повенчал президент нашей страны Александр Лукашенко. У славном вековым летописи национальной спецслужбы есть немало ярких сторонок, наполненных легендарными именами, прикладами соправдного патриотизма, криштальной сумленности, бездокорного выполнения службового обовязку и готовности до самоохвярности, говорится у веншаванне. Александр Лукашенко подкреслил, что служение родзиме – особливый гонор и великая отказность. Упэўнены, что теперешнее поколение супрацовников достойно выконывая свой обовязок, забеспечивающий надейную оборону белорусской державы. Залог поспеху, профессионализм и сталость кадров, высокий интеллектуальный и техничный потенциал органов державной безопасности, отзначил президент. Особливое слово удяшности керовник державы адресовал ветеранам, якія з'являються узором верности присязе, соправдными наставниками, чей бесценный опыт заусёды запатрабаваны. Сегодня у Гомеля отзначили 100-годие Комитета державной безопасности Беларуси. На урочистый сход запросили керовников мясцовых органов улады, деющих супрацовников и ветеранов службы. Свою историю Комитет державной безопасности отличивая с 20 снежня 1917 года, когда была створена Всероссийская надзвичайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. У студии 1919 начала свою деятельность Гомельская повятовая, а у красовику того же года губернская надзвичайная комиссия. Подчас Великой Айчыны чекисты вели борьбу с оккупантами у составе знищальных батальонов, спецгрупп и спецотрядов. И такие личбы, огученные подчас урочистого сходу. 14 супрацовников управления Комитета державной безопасности по Гомельской области выконывали интернациональный долг у Афганистане. 104 принимали удел у ликвидации наступствов Чернобыльской катастрофы. Увогуле деятельность КДБ у мирный час не заусёды ведомая широкой громадскости, але менавіта за штодзённымі и напруженными будущими. Великая праца по гарантованию державной безопасности республики. Сегодня молодое поколение – это, конечно, образованные люди, подготовленные спортивные, интеллектуалы. У них сегодня на вооружении совсем другая техника. Они готовы в любую минуту сегодня выполнять задачи не только традиционными нашими направлениями деятельности, но выполнять задачи взаимодействия с другими правоохранительными органами и с нашими соседями по содружеству нашего государства. Старшиня Центральной комиссии Республики Беларусь по выборах и проведению республиканских референдумов Лидия Ярмошина приняла удел у семинара, який сегодня прошел в Гомеле. Подчас посяджения меркованы пытания, якія возникают у кандидатов и членов выборчих комиссий при организации выборов депутатов мясцовых советов. У параўнанні з папярэдняй гэтая кампанія па выбарах депутатаў мясцовых саветаў вызначаецца больш значнай актыўнасцю грамадзян. Так, па інфармацыі Цэнтра выбаркама, колькасць зарэгістраваных ініцыятыўных груп, якія будуць займацца зборам подпісаў за канкрэтных кандыдатаў, павялічылася больш як у 1,5 разы. У прыватнасці на Гомельшыне зарэгістравана 3881 ініцыятыўная група. У іх саставе знаходзяцца і прадстаўнікі 5 палітычных партый. Адносна пытанняў, з якімі грамадзяне звяртаюцца выборчая комиссии, яны тычатся головным чином процедуры вылучения кандидатов. При этом ни одной из скарги от жыхароў Гомельской области у Центр выборкам не поступило. Мы подобные мероприятия проводим, ну, наверное, уже около 20 лет, не меньше. Центральная комиссия, может быть, и дольше. Поэтому я с удовольствием встречаюсь с организаторами. Это, в принципе, мои коллеги. Мы говорим на одном языке. Тут выясняются все те вопросы, которые уже
появились у избирательных комиссий и которые требуют, может быть, однозначного разрешения и разъяснения. Что касается Гомельской области, то я могу сказать, что традиционно здесь выборы проходят очень хорошо и организованно. Здесь очень сильные организаторы выборов. Здесь есть преемственность. За это время уже поменялось поколение тех, кто проводит выборы, и тем не менее они вырастили хорошую смену. Мы протягиваем знакомить вас с ходом выборчей кампании в районах Гомельской области. У Калинковицким сбором подписов за кандидатов у депутаты мясцовых советов будут заниматься больше, как 170 инициативных групп. Основная их колькость створена у сельской мясцовости, что часто тлумачится отсутностью тут великих працовных коллективов, которые по законе могут вылучать своих представников. Какие питания хвалюют жыхароў района и как працует мясцовый депутатский корпус, доведался Олег Сентюров. Как свідчить опыт попередніх выборов, основная колькость кандидатов у депутата Калинковицкого районного совета вылучается працовными коллективами. На другое место сбор подписов инициативными группами. Нехто организует пикеты, але больш эффективный шлях – сбор подписов непосредственно по месту жыхарства выборщиков. Такая практика має свои плюсы. Громадянин, який має намер поставить свой подпись за конкретного кандидата, повинен продавить пашпорт, а на улицу з ним выходить далеко не все. Увогуле, напомина проводимой выборчей кампании у Калинковичах можно убачить повсюду. Отповедные плакаты размещены як у громадских местах, так и у организациях, у темляку районной поликлиницы. Головного врача районной больницы Александра Пархоменко 4 года тому вылучил працовный коллектив, який налічує больше 1500 человек. За минулый час в установе многое изменилось. У першую чергу у плане оснащения с сучасным медицинским обсталяванием. Это дозволяет экономить как бюджетные сроки на проведение обследований, так и час пациентов при одночасовом повышении якости обслуговывания. Это тем больше важно, что выдатным здоровьем значная частка местного населения похвалиться не может. Правда, сподеваться только на медицину уголовный врач и депутат не раить. Необходимо и самим клопотиться о властном здоровье, а тому Александр Пархоменко подтримливает все меры, что предпринимаются у районе у этом накерунку. Должна быть мотивация. Мотивация работой, мотивация зарплатой. Здоровый человек – это, скажем так, хорошая зарплата. И, соответственно, все остальное – это уровень жизни и, скажем так, уровень жизни семьи этого человека. А когда нет такой заинтересованности, то, в принципе, люди не обращают внимания ни на здоровье, и ни на себя в том числе. Журналисты районной газеты «Калинковские новины» районную больницу наведывают часто и не только как пациенты. Тут, кажут, завсёды можно знайти темы, цікавыя для читачоў. Хоть у сферы интересов не только медицина, гоноровые грамоты Национальных исходов Республики Беларусь и Державного комитета под руку, дипломы облвыканкама и грамоты патриаршага экзарха – все это подтверждение высокого профессионализма журналистов. Сярод тем, которые пропонуются на пошній летучце, поляпшение жилевых умов калинковичан, развитие в районе сучасных сродков телекоммуникации, оборона правов споживцов. Головный редактор выдания Иван Гарст признается, что, дякуючи такой разностайности, он у курсе усіх подей, что отбывается в регионе. Это допомагає у темляку и депутатской деятельности. За четверть сагодя на посаде головного редактора Иван Гарст тройче выбирався депутатом областного совета и 5 разов районного. Каже, что на сессии решения звичайно приймаются хутко, але гэтому завсёды попередничая великая подрыхтовчая работа. Именно на комиссиях идут жаркие споры, дискуссии, обсуждения, сколько денег, куда, на какие цели, чему отдать приоритет, что поставить во главу угла. Вот на эти вопросы. А потом уже, когда проходит, выносится этот вопрос на сессию, то создается иногда впечатление, что так все гладко, все решено, четко, никаких дискуссий и споров. Потому что вся основная работа проделана уже в комиссиях до этого. Олег Сентюров, Евген Макеенко, Тель, радиокомпания «Гомель» с Калинковичем. Сегодня в Гомельском державном университете имени Франциска Скорины открылся институт Конфуция. На его створение потребовалось 3 года. И вот 10 снежня было подписано выниковое погоднение, складенный план работы на будущий год и затверджены кандидатуры директоров. Сведками урочистого открытия института и початку новой истории у науковом житті региона стали наши корреспонденты. Сегодня в Беларуси несколько предприятий и объектов, которые будуются при поддержке КНР. Есть компании, где работают китайские специалисты. А кроме того, за последние 7 лет налажена работа китайских волонтеров у нашей стране. Тому потребность у белорусских специалистов с ведением китайской мовы наспела давно. Их подрыхтовкой будет заниматься институт Конфуция, который открылся на базе ГДУ имени Франциска Скорины. А
ажыццявіць ідэю дапамог Нанкінскі універсітэт навук і тэхналогій. Супрацоўніцтва дзвюх ВНУ вядзецца больш як 20 гадоў. Дагаворная база складае звыш 20 дакументаў. У 2013 годзе на базе Гомельскага універсітэта быў адкрыты кабінет Канфуцыя, дзе распачалася вучэбная і культурна-асветніцкая дзейнасць. Кабінет наведвалі больш за 100 беларускіх студэнтаў. Адкрыццё ж інстытута дазволіць павялічыць гэтую лічбу ў некалькі разоў. Прыярытэтнымі напрамкамі работы стане вывучэнне кітайскай мовы, акадэмічны абмен і распаўсюджванне культуры і традыцый Паднябеснай. Это не аддзельнае учреждение, в которое требуется поступление. Это институт при Гомельском государственном университете. Это был кабинет, теперь это будет институт. У этого института существует штат сотрудников. Будут наняты дополнительные преподаватели, дополнительные работники и те мероприятия, те образовательные проекты, в которых будут участвовать наши студенты, значительно расширятся. Подобные установы створены у трех столичных ВНУ – у Белорусским державным, Минским лингвистичным и Национальным техничным университетах. Гомельская ВНУ стала первой из региональных. Я считаю, что для такого города, для распространения китайского языка это очень важно, потому что вот в Гомеле от города Минска это так далеко, и если студенты, которые хотят изучать китайский язык, они не смогут, да, поехать в Минск, и поэтому здесь будет удобно и близко. Такое событие очень значимо для двух университетов. Сейчас мы хотим обучить больше студентов для обмена и расширения культурных связей между странами. Мы хотели бы использовать Институт Конфуция как платформу для обучения большого количества студентов, получающих здесь разные специальности. И в будущем они помогут экономическому и техническому развитию двух стран. Ганна Ковалева, Александр Харлампаў, телерадыокампанія «Гомель». Дапамога ў кожны дом. Сёння ў Чачэрску адбылася прэзентацыя мясцовай ініцыятывы з аднайменнай назвай. Яна рэалізавана ў рамках праекта «Садзейнічанне развіццю на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь», які фінансуецца Еўрапейскім саюзам і рэалізуецца праграмай развіцця ААН. Выдаткаваная сума каля 25 тысяч еўра. Яшчэ маль 3 тысячы – уласныя сродкі Чачэрскага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Дмітрый Котаў з падрабязнасцямі. На уліку Чачэрскага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва знаходзіцца каля 6 тысяч чалавек. Сярод іх – людзі з абмежаванымі магчымасцямі, пенсіянеры. Ва ўстанове створаны неабходныя ўмовы для рэалізацыі іх творчых і спартыўных здольнасцяў. Галоўная задача – нікога не пакінуць без увагі. Нехта прыязджае ў цэнтр самастойна, іншых прывозяць родныя. Аднак ахапіць цеплынё і клопатам кожнага раней не было магчымасці. Некаторыя пражываюць у аддаленых ад райцэнтра вёсках. З рэалізацыяй мясцовай ініцыятывы «Дапамога ў кожны дом» гэтая праблема будзе вырашана. Сама ідэя праекта родзілася па той простой прычыне, што наш раён небольшой, і у нас более 50% населённых пунктаў – это малочисленныя, аддалённыя. І, в принципе, пражывае там населення пажылое ў большай степені. Галоўная задача мясцовай ініцыятывы – стварэння умоў для аказання сацыяльна-бытавой дапамогі ў разлівым катэгорыям насельніцтва непасрэдна ў іх дамах. Раней гэта было складана рабіць за адсутнасці транспарту. У рамках рэалізацыі мясцовай ініцыятывы былі набыты гусенічны пад'ёмнік, разнастайныя будаўнічыя інструменты і вось гэты мікраўтобус. Аказваць дапамогу будзе спецыяльная мабільная група, створаная супрацоўнікамі цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Адным трэба пакасіць траву, іншым памяняць вокны. Арганізатары акцыі запэўніваюць, дапамога прыйдзе ў кожны дом. Каб нікога не забыць, распрацаваны спецыяльныя маршруты па аддаленых вёсках. 6 маршрутаў составілі, все эти населённыя пункты згрупіравалі мы для удобства. Естественно, по километражу, по расстоянию, удаленности от города. Мобильная бригада сделает не менее 20 выездов вот по всем 6 маршрутам. 120 выездов сделает только мобильная бригада. Плюс 36 выездов информационная группа и бригада волонтеров. 36 выездов именно вот в эти конкретно 23 населенных пункта. У проекте «Садзейнічанне развіццю на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь» представлено 6 инициатив, которые реализуются у Чачэрскім районе. Сярод их створение музея хлеба, пункта навучання бяспецы жыццядзейнасці, пакоя псіхалагічнай разгрузкі. Таксама мясцовыя ініцыятывы накіраваны на развіццё турызму ў раёне і фарміравання экалагічнай культуры. Дмітрий Котаў, Ігар Марышчанка, телерадыёкампанія «Гомель» з Чачэрску.
Кірмаш вакансій для жадаючых працаваць у гандлёвай сферы адбудзецца заўтра ў Гомелі. У гэты дзень будзе арганізавана сустрэча суіскальнікаў вакансій з прадстаўнікамі кадравых службаў гандлёвых арганізацый і прадпрыемстваў горада. Мерапрыемства адбудзецца ў гарадскім управленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне на Пралетарскай 18. У Беларусі зменены графік работы ўстаноў аховы здароўя ў бліжэйшыя выхадныя і святочныя дні. Як паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя, бальнічныя арганізацыі 23 снежня і 20 студзеня будуць працаваць па графіку суботняга дня, 24 снежня па графіку выхаднога дня, 25 снежня і 1 студзеня святочнага, а 2 студзеня як у працоўны дзень. На Гомельшине набирает темп марафон святочных ранішников. Сегодня у областным драматичным театре отбылося новогоднее представление в рамках доброчинной акции «Профсоюзы детям». Сярод запрошенных выхованцы шматдетных, неполных, малозабеспеченных семей, а так само интернатных установ, социальных притулков и домов семейного типа. Разом с Дедом Морозом и Снягуркой дети водили карагод вокруг прыгажуни елки, примали удзелу у займальных конкурсах и гульнях разом с любимыми персонажами мультфильмов. Затем их запросили на прогляд новогодней каски «Лятучий корабель». Каждый маленький гость свята отрымал солодкий подарунок и загадал жадание на Новый год. Я хочу на Новый год набор, там где ручки, карандаши лежат. Все вместе для школы рисовать, чтобы раскрашивать. Там, где фломастеры, все вместе лежит. Мы постарались охватить всех, не обделить никого внимания. Но вообще, в принципе, профсоюзы по всей области, начиная от профсоюзного комитета на предприятиях, областные отраслевые комитеты, не ограничиваем в методах поздравления детей, в способах. Планируем охватить около 6 тысяч детей в этом году с поздравлениями, с подарками, ну, со всем, что можно, в принципе, и что нужно детям в предпраздничные дни. Для Гомельского областного объединения профсоюзов проведение доброчинных новогодних святов – добрая традиция. Головная мета – охопить как мага больше детей и подарить каждому теплыню, клопот, незабывные уражения и святочный настрой. Духовно-асветніцкі часопіс «Стрэчання» Гомельскай епархіі Беларускай Православнай Царквы адзначыў сваё 20-годдзе. Урачысты вечар знагоды юбілейнага мерапрыемства адбыўся ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Герцена. У 1997 годзе група энтузіястаў з ліку слухачоў у Воскреснай школы для дарослых, якая ў той час працавала пры адной з гарадскіх бібліятэк, зрабіла спробу выдання асветніцкага лістка «Лампада». Пасля гэты сам выдатаўскі праект стаў православнай газетай для сямейнага чытання, а з 2006 года часопісам «Стрэчання». Сёння выданне распаўсюджваецца па ўсёй тэрыторыі нашай краіны. Яго рэдакцыя – гэта група энтузіястаў, якая збіраецца пры духовна-асветніцкім цэнтры православнага прыхода, храма іконы Божай Маці, усіх сумуючых радасць. Часопіс з'яўляецца некамерцыйным праектам. Яго публікацыі нязменна адрасаваны ўсім, хто цікавіцца пра сэнс чалавечага жыцця, радасці веры, надзеі, любові. Аўтары публікацыі, а гэта гомельскія навукоўцы, святары, журналісты, пісьменнікі, закранаюць самыя вострыя сацыяльныя праблемы. На старонках часопіса «Стрэчання» яны прапануюць чытачам задумацца над галоўнымі пытаннямі жыцця чалавека, чэрпаючы отказы на их у богатой скарбонцы духовной культуры православия. «Стречение» на славянском «Встреча», и журнал является местом встречи людей разных взглядов, разного степени образованности, разных профессий, разных взглядов на жизнь. Но пространство диалога, которое возникает на страницах журнала, ведет людей к самой главной встрече в их жизни – встрече с Богом. Таково кредо нашего издания. На гэтым выпуск завершаны. Усяго вам добрага і сачыце за эфірам.